Так, давайте обратим внимание на эту страницу. Контент. Здесь мы видим блок, который оформлен в таком виде на синем фоне. Давайте отредактируем ее. Мы видим, что этот блок в визуальном редакторе никак не выделяется. Это, во-первых, не совсем удобно, потому что не видно, как он будет оформлен в конечном виде. И для контент-менеджера нужно будет применить некоторые навыки верстки для того, чтобы оформить его в должном виде в редакторе кода. Это можно обойти путем копирования стилей, которые будут использоваться для верстки контента в специальный файл style.css. Давайте это сделаем. У меня уже есть стиль этого класса с этим блоком, вот он заранее заготовлен. Скопируем его в стиле контента. Заходим в административную панель. В шаблоне внутренних страниц, в стиле сайта, мы вставим этот стиль для класса text backlight. А здесь можно сделать подпись, что класс text backlight относится к, например, блок с фоном. Сохраняем. Переходим обратно и редактируем страницу. Теперь давайте изменим стиль вот этого блока, выделим его. И мы видим, что здесь в выпадающем меню у нас появился новый стиль, это блок с фоном. Давайте применим его. И как мы видим, здесь, соответственно, применился класс, который я только что скопировал в файл style.css, и мы видим его в визуальном редакторе. Сохраняем и, соответственно, видим изменения в публичной части.